Шутки, шекели? Такие шекели — это деньги. Хотя какие там деньги, это разве деньги? Чтоб я так жил, какие там деньги. Чтоб ты был здоров. Ни к первого оппонента Юрчик, ни к второго оппонента Сочинец, ни к третьего оппонента ленивый КТ. Одни русские играют в Hearthstone. Молодой человек, мы русские, не обманываем друг друга. Мы захватили эту игру, опять мы что-то захватили. Когда мы перестанем захватывать все подряд, ребята? Может, попробуем пожить дружно? Ты на европейском серваке, говорит, кто, по-твоему, должны там играть? Китайцы? Как насчет европейцев, которых довольно много? Немцы, итальянцы, французы, англичане, португальцы и все остальные. Это что за карта? Впервые вижу. А, о, ничего себе. Надо размах отдавать. Пуджель, спокойно, спокойно, Пуджель. Молодец, охраняет. Молодец. Сторожевой пес. Так, это зверя бафает, да? Ромушка, а ты таки видел, сколько нынче шекелей Лёни Михельсона? Таки нет. Таки я за него рад. Чтоб он был здоров. Разве сейчас завидую Лёни Михельсону? Е-е-е-е-е-е. Вау-вау-вау-вау. Кира там в шоке с меня, небось. Кира, я нормальный. Ну ладно, потасовка такая, любопытная. Давайте тест пройдем. Да в паблике запустить, мне кажется, интересно. 20 лет героем, поехали. Первый вопрос про общие навыки. Какой из них поможет вам быстрее передвигаться по пересечённой местности? Поиск пути, логистика, разведка, навигация. Поиск пути, pathfinding. Да, да, гну молодец. У кого из этих героев после сражения может оказаться более многочисленная армия, чем была до сражения? Более многочисленная армия после сражения? Что-то я не вижу некроманта, погоди. У кого из этих... А, здесь, блядь, картинка не имеет значения. Я думаю, что за хуйня? Некромант. Смотрю на картинку. Что будет, если улучшить зеленого дракона? Он станет золотым драконом. Или улучшенным зеленым. Кого ненавидит Титан? Черных драконов. Титан всех любит. Не, ну какой-то простой тест. Если ты играл третьих героев, ты возьмешь все. Идем в атаку. Какое из этих заклинаний мощнее? Бля, это ситуационно. Динамолния, взрыв, разжечь лучше это крови. Ну, взрыв, наверное, да? Взрыв это у нас... Это каменный дождь. Ледяной молнии здесь вообще не... А, картинка не имеет значения, да. Но жажда крови не наносит дамаг. Тут, наверное, чисто дамаг считается. Решающий луч снижает броню. Взрыв, я думаю. Он ауешит огнем. Пятый... А, взрыв, да. Взрыв — это магия земли, точно. Взрыв. Это имплоужн. Эксплоужн. Имплоужн. При каких обстоятельствах медуза может окаменить врага? Так, медуза... Примели атаки. В рукопашном бою. Сколько денег в день приносит Капитолий с Гралем? Ну, 4 плюс 5, 9 тысяч. Пришло время для самого сложного уровня. Что произойдет, если у вас герой с поясницы легиона оказался во плоти в конце недели? Так, поясница это... Ноги, да? Это эльфы. Это ж не бедра легиона. Самое низкое это сапоги второй левел. Поясница это, по-моему, эльфы, да? Правильно? Затем идет туловище, затем руки, затем голова. Да, поясница это жопа. Кажется, у меня прибавится гнумов. Вы знаете, что hot seat? Ну это мультиплеер. А, это когда нет, когда задним компом мультиплеер. Когда наступил неделя чумы. Вы чудище! И точно станете древним чудищем, да! Надо запустить в паблике. Гном красава, конечно. Гном эксперт. Вот у человека шекеры работают, а у всех не работают. Когда у одного работает, у всех не работает, это какое-то рабство. Блин, что за лажа-то, а что ж не работает, интересно. Вроде же работало. Мне ночью говорили, когда я ночью... Ну что, отец, невесты в вашем городе есть? Кому и кобыла невеста? Больше вопросов не имею. Шикарно. Я столько звуков добавил сегодня ночью, и там еще миллион звуков, чтобы добавить, знаешь, цитаты из... фильмов, мультиков всяких там. Потом мои записи сделаем, потом не только мои записи сделаем. Короче, у нас столько вариантов, столько идей. Я уже заебался там список, ну увидите, список-то приличный, да? Заебался их делать.
в смысле, устал очень их делать. Это ж не просто там один клик нужно, чтобы добавить что-то. Знаете, что попробуйте? Попробуйте, ребята, у сабов есть совершенно козырная... Нет, даже у всех есть, не только у сабов, у всех. Я сейчас скажу, что это. Во, во, сейчас. Одна из любимых моих. Вот, слушайте. Это вам не это. Понятно. А это из ДМБ. Охуенчик. Ну там есть кулдаун некоторые, ребята. Анекдот. Приходит пара на прием к сексопатологу. Говорит: доктор, у нас проблемы в сексуальной жизни не получаются. Так а в чем конкретно-то проблема? Ну вот просто не получается вот у нас. Ну, раздевайтесь, попробуйте вот на кушетке. Раздевается, трахается, смотрит, все в порядке, но странно, какой тяжелый случай. Пойду с коллегой посоветуюсь. Говорит, вот у меня пара пришла, говорит, что у них дома какие-то проблемы с сексом, а на кушетке трахается вообще нормально. Че, молодые такие, да? Да. Да гони их нахер, это студенты, им просто негде. Там еще один чувак рассказывает неверную информацию о том, что западную блогершу, стримершу забанили за то, что она говорила, что существует всего два гендера. Это не так. Это очень-очень-очень-очень-очень сильно искаженная информация. В разы искаженная информация. А ты бегаешь, как попка, повторяешь эти глупости. Как по мне, бан должен быть только за слова, нарушающие закон. Ну, ты как свою площадку сделаешь, ты вот будешь свои порядки устанавливать, какие вообще захочешь. Запускай свою площадку, будешь банить только за слова, нарушающие закон. Сколько людей, которые учат Twitch бизнесу, что пиздец просто. А какой закон? Какой страны нужно нарушать, чтобы получить бан? В разных странах разные законы. Давай поподробнее. Что, хоть раз выиграть, а потом пойти. Ну хоть раз! Ну хоть раз выиграть! Ну хоть раз выиграть! Сука, блять. По мне моя позиция чересчур терпильная. Ну, ребята, вы все бунтари, пока вы ничего не делаете. Знаете, почему бунтует обычно молодежь? Они нихуя не делают. Ты как начнешь стримить, разберешься там с внутренней кухни, с принципе всех этих стримов, с правилами всех площадок. Начнешь говорить, а пока ты там ничего об этом не знаешь, но мнение свое имеешь. Ну это опять посос, да? Нет? Ух ты же, блять, какая карта-то опасная, а? Какая опасная карта? Сейчас дадим фен, он поставит мужика 3-3, все это говно прохилит, и нам пиздец в ту же секунду. Ну давай бэкстап, что ли? Что ли бэкстап давай? Что ли? Ну же. Либо бэкстап, либо нам пиздец. Фух, даже два бэкстаба. Карты, деньги, два бэкстаба. Что-то завалили. Дали Валиру, дали спринт. Все нам дали. Дали гаджистанца. Там еще один эксперт говорит: забавно получить бан за расизм, российское высказывание, когда у тебя в принципе нет таких мыслей. Ну а как ты оценишь, у кого какие мысли в голове? Как вообще кого-то судить за какие-то мысли? Ты либо говоришь что-то, чего не надо говорить, либо не говоришь. Какая разница, какие у тебя мысли, ты этого никак не проверишь. Ты скажешь там, все чернокожие там должны в рабстве быть. А я ничего такого не мыслил, это вы меня зря забанили, я ничего плохого не имел в виду. Поэтому есть четкие критерии. Не уверен, не говори. Или, например, ты убил человека случайно. Ну я же не хотел ничего плохого. Ну есть же убийство по неосторожности, да? За это тоже полагается наказание. Ну я ж ничего плохого не имел в виду. Ну молодец тебе, заебись. Красава. Так, с каждым ходом все труднее. Нужен-то, ах ты сука. Поздний Таунас. Поздний Таунас. Ну ты и говнюк. Да. Жопа. Нет, улетай обратно. Не будет здесь твоего таунта 3-5. Так, у нас яблоня еще осталась, да? Зеляк сушил, это жаль. А что там гаджистанца не стал убивать, а? Никто не знает. Никто, ребята, не знает, почему гаджистанца не стал убивать. О, жуки, хорошо. Опять 3-5. И слуфайр в лицо. Да что ж ты будешь делать, а? Мы можем 2 фена сейчас отдать. Чтоб зачистить. А можем и не отдать. Заебал этот таунт. Так, ну из опасных карт там ДК остался, да?
Лероя? Нет, конечно. Это ж не агрессивная руга ни в каком виде. Тут Лерой даже не близко. Это такая, наоборот, оборонительная рога. Яблоня, 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 хуй яблоня. Два. Три. Что любишь, ублюдка? Кстати, интересная тема. Ну, то есть ты считаешь нынешнюю систему справедливой? А то схема «Моя хата с краю» приведет к тому, что переловит по одному. Введут, например, правило, что за любое неодобрение американского тебе... Кто кого переловит? По-вашему, Twitch это враг, который ставит своей целью забанить всех стримеров? Ну что у вас в голове? Twitch это просто злобная американская корпорация, которая спит и видит, как бы каждого стримера забанить. Ребята, ну что несете-то вообще? Какая моя хата с краю? Когда ты несешь какую-то хуйню на стриме, и тебя банят, это справедливо. Я не считаю, что можно нести хуйню на стриме, а потом возмущаться, а за что меня? И чтобы все остальные стримеры такие, а за что его? Ведут правила, будем обсуждать. Пока ничего такого нелепого, безумного Twitch не вводит, никаких безумных правил нет. А вот ведут правила, а вот ведут в нашей стране правила, что палкой в жопу будут по средам ебать. Давай, когда ведут, тогда и обсудим, а?